С заходом солнца сочинские пляжи превращаются вот в такие импровизированные мини-бары. Низенькие столики, кресла, мешки, кальяны. Ну, может быть, еще. Буквально за 15 минут сотрудники пляжа убирают все лежаки и выносят вот эти импровизированные столики. Вот готовое кафе. Музыка, кальяны. Ну, остальное все приноси с собой. Так что все для вашего удовольствия. Естественно, за ваш счет.